Так вот, после замены крыла на Гранте будем сейчас подготавливать покраски крыло и пол порога. Крыло мы меняли вот так вот. Так, ну все, сейчас что надо? Сейчас обклеим машину, чтобы нам все остальное шпаклевки не замарать. Потому что надо будет вот эти вот зачищать. И здесь вот эти места шпаклевать будем. Сразу сейчас обклеим и зачистим вот эту все обгоревшую краску. Ну, здесь тоже так же. И красить будем вот так вот, вот по эту часть. Я Вадим. Ставьте палец вверх, если вам нравится, и подписывайтесь. Поехали! Так, ну вот, заклеили всю машину. И зашоркали всю обгоревшую краску. Здесь заклеили вот так вот. Потому что будем здесь красить, вот внутри здесь грунтовать. Так, вот здесь вот не зашоркали. Сейчас подготовим. Будем сейчас шпаклевать вот этот стык здесь, ну и все эти вот эти швы, сварку все. Сейчас тоже будем шпаклевать. Вот так вот шпаклянули все. Еще не затирал. Сейчас затру везде все. Ну вот так вот, короче, все получилось. Уже сам процесс шпаклевки не стал показывать. Ну, это уже все, думаю, умеют. Я сам только учусь. Так что, как получилось, так получилось. Все, здесь я уже все обезжирил, уже не буду трогать. Все, я трогал уже, все ништяковско. Все, сейчас будем грунтовать. Так, и прежде чем грунтовать, нужно вот это вот место, порог, ну и где голое железо снизу, пройти кислотным грунтом. Я беру вот такой грунт в аэрозоле, грунт кислотный. Также взболтали его. И здесь вот варку тоже надо. Ну и здесь внутри тоже кислотником прошли. Пол где вытягивали. Ну, грунтовка вот такая вот, акриловая. Инструкция вот есть. 4 к 1 с отвердителем. Вот отвердитель. Ну и разбавитель 25% добавить. Ну, мерить можно по вискозиметру. Но я вискозиметром грунт не меряю. Так, по этим пропорциям все делаю. Вот у нас получилось грунта 450.
Так, если 450, значит надо 90 грамм, короче, надо. Так, вот у нас получилось 500 грамм и 25% разбавителя. С 500 грамм 25, это будет у нас 120 грамм. Также наливаем через этот мерник. Разбавитель беру вот такой универсальный. Так, ну вот у нас кислотик подсох. Налили краскопульт. В системе у меня в шланге 6 очков. И настраиваем его где-то 1,8-2.
Так, ну вот так вот получилось. На два раза грунтанули. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся. Все.